Привет, меня зовут Маша, и я хочу поделиться с вами своим опытом сдачи такого экзамена, как TOEFL, благодаря занятиям по курсу моего репетитора Елены Клиновой. Хотелось бы начать с того, что я сдала этот экзамен на 85 баллов, и этого результата мне было вполне достаточно для того, чтобы быть принятой в несколько колледжей Америки. Вот. Я считаю, что этот курс помог лично мне не только как-то увеличить свой уровень владения английским языком, но также правильно проявить его на экзамене. Потому что даже когда ты знаешь хорошо достаточно английский язык, не факт, что ты пойдешь на экзамен и сможешь проявить это все в нужном свете. Вот. В этом курсе есть несколько методик и техник, которые Елена разработала специально для этого экзамена, чтобы как раз-таки показать ваши знания. Например, такая методика, как способ прояснения слов, могла мне запоминать приблизительно 20 слов в день и как бы не забывать их потом. Потому что вы настолько хорошо их запоминаете, что потом они у вас просто не вылетят из головы. Ну, слова не очень важны во всех частях этого экзамена, поэтому эту методику я нахожу достаточно нужной и полезной. Также там есть способы для того, как показать правильно уровень именно говорения вашего, speaking part, показать, как вы умеете владеть английским языком и уложиться в короткое время. Этому всему меня также научила Елена, как за 30 секунд показать весь ваш объем вашего языка, учесть в течение этого времени, показать не только вашу грамматику, также какие-то красивые выражения, слова, и еще все это сказать без ошибок. Вот. Ну и еще один способ, не способ, а умение, которое я приобрела, занимаясь по курсу Елены, это то, как написать сочинение за логически построенное правильное сочинение за короткий промежуток времени, ну, приблизительно где-то за 25-30 минут, как его правильно не только построить, но написать правильно грамматически, а также, чтобы в нем прослеживалась логика, вот. Ну, все эти методики мне дала Елена, я нашла их для себя очень полезными, и они помогли мне сдать экзамен на балл, в принципе, на который я и хотела, вот. Так что, если вы возьмете курс, я думаю, что он вам поможет достичь балла, который вы хотите, так же, как это уже сделала я. Вот.